привет! Вы смотрите афишу, а значит, пришло время наметить планы на выходные. Я, Анна Троян, знаю, как побороть зимнюю хандру и приблизить весну. Поехали! Получить уникальные знания юные дарования смогут в субботу. В космополисе ярко и зрелищно с ребятами вступят в реакцию химическое шоу. А это невероятные опыты, которых точно не встретишь в школьной программе. Чудеса науки и эксперименты запомнятся вам надолго. Свои навыки сможете применить в полной мере. Главное, не опаздывайте на волшебный урок. Веселые старты, перетягивание каната, забег в валенках и зимние конкурсы. На Наташинских прудах классно отметят морозный праздник, день снега. И даже если метели, пурга не придут и не будет сугробов, ну что поделать, такая зима. В Наташинском парке будет весело каждому. Так что приходите к 11 утра, вечеринка стартует в субботу. Театральный сезон 2020 стартует в воскресенье в Томилинском чердаке. Люберецкие таланты решили начать с бэби-концерта для всей семьи и интерактивных игр «Раз лягушка, два туканы». Это история про двух странствующих музыкантов – чемодан и рюкзак. Как оказалось, они наполнены волшебными сказками и чудесными музыкальными композициями про животных. Возьмите с собой деток, классно проведете выходные. На этом наш выпуск подошел к концу, но вы не печальтесь. Впереди еще много крутых событий, о которых вам обязательно расскажу я, Анна Троян. Еще увидимся. Пока-пока.